холецистит. Холецистит – это воспаление желчного пузыря, являющееся одним из самых частых осложнений желчнокаменной болезни. Причины возникновения. Основная причина развития холецистита – это появление камней в желчном пузыре. Это мешает нормальному оттоку желчи и способствует заражению кишечной микрофлорой. Время от времени возникающие воспалительные процессы в желчном пузыре приводят к изменению его стенок, что в дальнейшем способствует развитию хронического воспаления. Среди других причин развития холецистита различают особенности строения желчного пузыря и протоков. Гиподинамия, застой желчи, вегетативное расстройство, пониженная секреторная активность желудка, травмы печени и желчного пузыря, длительное голодание. Симптомы. Для острого холецистита характерны интенсивные приступообразные боли в правом подреберье, особенно при перемене положения тела. Иногда боль может иррадиировать в спину или шею. Температура тела может повыситься незначительно. Однако в случае развития гнойного процесса и общей интоксикации организма, температура тела повышается вплоть до 40 градусов, при этом больного беспокоит тошнота, рвота, учащенный пульс и озноб. При закупоривании протока камнем развивается печеночная колика, что приводит к появлению желтухи. Цвет мочи при этом темнеет, а кал обесцвечивается. Хронический холецистит проявляется тошнотой, дискомфортом и тупыми болями в области правого подреберья, возникающими после приема пищи. Долгое время хронический холецистит может протекать в скрытой форме и проявляться только после приема жирной пищи. Для бескаменного хронического холецистита характерно появление слабости, вялости, повышенной возбудимости и бессонницы. Обострение хронического холецистита по симптоматике напоминают острый холецистит. Виды заболевания. Холецистит бывает острым и хроническим. В свою очередь острый холецистит может протекать в катаральной и деструктивной форме. К деструктивным формам заболевания можно отнести флегмонозный, флегмонозно-язвенный, гангренозный и дифтерический холецистит. Хронический холецистит может быть как следствием острой формы заболевания, так и развиться самостоятельно. В зависимости от морфологической картины, выделяют катаральный и гнойный холецистит. Также различают бескаменный и калькулезный холецистит. Последний развивается вследствие желчнокаменной болезни. Диагностика острого холецистита основывается на собранном анамнезе. Врач проводит пальпацию брюшной полости, а также выясняет, существует ли симптоматика печеночной колики. С помощью ультразвукового исследования выявляется увеличение желчного пузыря и наличие в его протоках камней. Для расширенного исследования желчных протоков назначается проведение эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии. Анализ крови показывает увеличенное содержание лейкоцитов, высокий уровень скорости оседания эритроцитов, билирубинемию, а также диспротеинемию. Биохимический анализ мочи показывает повышенную активность аминотрансфераз и амилазы. Действие пациента. Симптомы холецистита не отличаются специфичностью и перекликаются с симптомами многих других заболеваний желудочно-кишечного тракта. Поэтому при возникновении первых болевых ощущений следует вызвать врача для проведения правильной диагностики заболевания. При подозрении на острый холецистит необходимо сразу вызвать скорую помощь. До того, как приедут врачи, не рекомендуется принимать пищу, принимать обезболивающие препараты или делать промывание желудка. Лечение острого холецистита и обострений хронического холецистита проводится в условиях стационара. Такое лечение заключается в устранении гнойного процесса и в крайних случаях проведению операции по удалению желчного пузыря, лапароскопически или открытым методом. Больному назначается дезинтоксикационная и антибактериальная терапия. Также назначаются спазмолитики, болеутоляющие средства и препараты, угнетающие секреторную активность желудка. При хроническом холецистите важным компонентом лечения является диета. Для нормализации оттока желчи применяются холеретические и холецистокинетические препараты. Также рекомендуется прием гепатопротекторов с антитоксическим действием. Осложнение. Холецистит может привести к таким осложнениям, перфорации желчного пузыря. Механическая желтуха. Некроз желчного пузыря, абсцесс и развитие перитонита, вторичный воспалительный процесс в поджелудочной железе, рак желчного пузыря. Профилактика. Холецистита заключается в соблюдении принципов здорового питания. Важно избегать негативных факторов, способствующих развитию холецистита, в частности гиподинамии, ожирения, стрессов и кишечных инфекций.